В каждом углу можно увидеть бутылки с бензином, кокосики. Вот это, правда, местечко такое, где байк сдают за 450 рупий. Самая дорогая цена и самые убитые байки. Вот. Ну, короче, ладно, это такая темная сторона, можно сказать. На самом деле у нас вот покрасивее эта улочка, у нас такая тихенькая, спокойная, ну и слава богу, что спокойно. Вот, тут просто кокосы валяются уже, ну, просто пустые кокосы.